Городской репортаж. Кто-нибудь из вас задумывался о том, чтобы взять ребенка из детского дома? Чаще всего потенциальные приемные родители просто не знают, как это сделать и с какими трудностями предстоит им столкнуться. Чтобы развеять все мифы и рассказать о том, как взять ребенка в семью, проходит всероссийская перепись потенциальных приемных родителей. Мы опрашиваем граждан на тему усыновления, хотели бы они стать приемными родителями или нет. А если да, то какого ребенка они готовы воспитывать в своей семье, если нет, то почему. А потом те люди, которые заинтересовались и хотят стать приемными родителями, их данные мы передаем в органы опеки и попечительства и консультируем их сами, если есть какие-то сложности. Чтобы стать участником переписи, необходимо заполнить анкету из 23 вопросов, с помощью которых вы сами для себя поймете, готовы ли вы стать приемным родителем. Какой вариант семьи вы предпочитаете и считаете вообще идеальным в современной жизни? С одним ребенком, с двумя, с тремя, с четырьмя? С двумя. Взять хотя бы одного ребенка в семью – это трудно, признается автор проекта. Ведь потенциальные родители часто обеспокоены не только жилищными или материальными проблемами. У нас есть мифы, скажем так, об усыновлении, которые мы развеиваем. Да? Например, о том, что квадратные метры уже давным-давно отменили, их уже нет. Да? А о том, что одиноким дают детей и мужчинам, и женщинам. Некоторые потенциальные приемные родители имеют своих детей. К примеру, Ольга воспитывает дочь и сына. Но приняв участие в переписи, решила, что готова еще к одному ребенку. Через пару лет, наверное, тоже возьмем опекунство. А какая у вас мотивация, чтобы это сделать? Ну, просто хотим осчастливить кого-нибудь. Почему нет? В этот день более 200 блажихинцев приняли участие в переписи, а 30 из них дали свое согласие на включение в базу потенциальных приемных родителей. Кирилл Карпенко, Виктор Демин, молодежная редакция «Большая Балашиха Лайф». Городской репортаж.